Добрый день, друзья! С вами канал «Дали от города» и я, Нина Коновалова. Продолжаю вести рубрику «Здоровье» и делиться со своими зрителями не только народными средствами, о которых я знаю, но и рассказывать, какие существуют отечественные препараты по копеечной стоимости, но по своим свойствам не уступают аналогам импортным или даже превосходят. Недавно я рассказала о препарате Говкомен, который можно применять для больных суставов для снятия болевых симптомов. Это средство на тот момент стоило в районе 30 рублей, сейчас чуть подороже, в районе 50 рублей. До сих пор поступает мне огромное количество слов благодарности, где люди говорят, что действительно они не только помогают своим больным ногам, рукам, там, любым больным суставам снять боль, мази не лечат, они только снимают боль, но и сэкономят денежные средства, поскольку мазь Говкомен, которая бывает производства Белоруссии или тульского производства, по своим свойствам ничем не уступает импортным аналогам по цене 500, 600, 700, 800 рублей. Сегодня я хочу вам рассказать об одном уникальном средстве – экстракте ротакан. С ним я познакомилась несколько лет назад. В моей жизни появился знакомый такой, почтенного возраста, доктор Чернов. Работал он в городе Калаче. К сожалению, сейчас его уже нет в живых. Я дружила с его дочерью. На тот момент у моей мамы были проблемы с деснами, и ей назначали врачи дорогостоящие средства для полоскания полости рта. И вот тогда он нам сказал: никогда не прибегайте к импортным средствам, постарайтесь найти аналог российский, отечественного производства. И вот он познакомил нас с ротаканом. С тех пор у нас ротакан всегда есть в аптечке, и не в одном экземпляре, а несколько пузырьков. Ну, давайте я вам расскажу, что такое ротакан. Ротакан – это в первую очередь экстракт мощнейших лекарственных растений. В его состав входят цветки календулы, цветки ромашки аптечной, трава тысячелистник, ну и другие дополнительные вещества, которые усиливают действие этих лекарственных растений. Для чего же он используется? В первую очередь, по показаниям, которые написаны в инструкции, ротакан снимает воспалительные заболевания полости рта, стоматиты, пародонтиты и другие язвенные проблемы. Но это еще не все. Экстракт ротакана, он как для внутреннего применения, так и для местного применения. Помимо того, что его можно использовать для лечения полости рта, десен, его применяют для лечения гастродуоденита, для лечения энтерита, хронических колитов. В общем, его можно применять внутрь, если есть язвенные заболевания желудка. Все подробно написано в инструкции. Но, к сожалению, в инструкции узкий спектр действия. А на самом деле он огромный, он широкий. Вот, например, сейчас начинается сезонный период воспалительных заболеваний полости рта. Можно его использовать для полоскания. Ротакан можно применять для обработки ран, для лечения сыпи на лице, на коже, для лечения угревой сыпи. В общем, ротакан, учитывая его состав, применяется во многих направлениях. С возрастом у каждого из нас возникают проблемы с деснами. Ну, наверное, не у каждого из нас, у кого-то возникают проблемы с деснами. Заметили, да, что начинаешь чистить зубы и кровоточат десны. Бежать сразу в аптеку, покупать дорогостоящие препараты? Ну, возможно, кто-то так и делает. Мы же используем ротакан. Стоимость его на сегодняшний день 28 рублей. Ротакан лечит такие проблемы полости рта, как болезненные язвы, участки припухлости, покраснение десен, неба, щек, губ, покраснение и отек десны, боль, кровоточивость при чистке зубов, о которой я уже рассказывала. Даже устраняет неприятный запах изо рта, бледность и онемение десен, чувствительность зубов. Вот все это способен устранить ротакан, стоимость которого около 30 рублей. Как его применять? В инструкции написано, что, чтобы понять, есть у вас реакция на
вещества, которые входят в состав или нет, лучше одну чайную ложку на стакан воды. Если аллергической реакции нет, можно где-то 3 чайные ложки на стакан воды полоскать. По поводу того, как применять внутрь при энтеритах, колитах, гастродуоденитах, то лучше почитать, конечно, в инструкции. Я немножечко по-другому применяю. Если, допустим, вы вернулись от стоматолога после удаления зуба, и у вас вот эта десна долго не заживает, вы можете прям смочить тампон ватный и приложить вот именно экстракт. Ожога не будет. Вы можете развести 3 чайные ложки на пол, где-то на пол стакана воды теплой. Вот это самая оптимальная дозировка для того, чтобы быстро, за короткий период времени устранить воспаление десен. Недавно ко мне обратилась соседка Люба. После у нее очень серьезный был пародонтоз, и она, значит, после стоматолога, ну, просто в беседе мне пожаловалась на то, что лекарства очень дорогие. Я была удивлена, что она намного старше меня и не знает об этом средстве. Ну, конечно, чего удивляться. Многие из нас не знают о дешевых препаратах, которые есть в аптеках. Так вот, я ей посоветовала его приобрести. Но поскольку мы живем вдали от города, то она пришла ко мне и у меня взяла вот этот пузырек. После чего я столько получила слов благодарности. Человеку прописали за 630 рублей средства для полости рта полоскать, а она купила за 30 рублей и решила буквально за 2-3 дня все свои проблемы. Но все равно курс лечения она продолжила. Поэтому 3 чайные ложки на полстакана воды для профилактики один раз в день достаточно. Если у вас кровоточат десна, если они воспалены, если чувствуете дискомфорт, то можно 2-3 раза в день. А вообще суточная доза, которая нормирована, это 6 чайных ложек. Поэтому вы можете сделать 2 чайные ложки утром, 2 чайные ложки в обед и 2 чайные ложки вечером. На пол стакана воды, можно чуть меньше воды. И все, ваши проблемы будут решены. Поэтому обязательно сходите в ближайшее время в аптеку, купите ротакан. Если вдруг у вас заболело горло, гнойная ангина, либо просто простуда, 2 чайные ложки на пол стакана воды и полоскайте его. Все, все ваши проблемы будут решены. 28 рублей. Ну, наверное, в каждом регионе цена будет по-разному. Вот и все. Надеюсь, информация была для вас полезной. Буду еще что-то готовить. А на этом я с вами прощаюсь. Крепкого-крепкого вам здоровья, хорошего настроения, всего доброго, до свидания.